Это нормально, да? Да, там куда-то я попал в какую-то яму. Азотную. Добрый вечер. Странно, они замораживаются, может быть, это бракованная зона. А у Янки тоже такой же ваш попробовать. Вас дергать на берег. Отлично, даже сегодня нас вместе обнаружил. Не так тяжело. Не смеши меня, на камеру дрожит. Азот без резинки, совершенно даже полезный. Да? Ага. Да и чувствую. Ну не бойтесь. Не боимся. Эти большие кусочки, они могут прилипнуть, но тоже не страшно. Чему? К языку? Да. Но, скорее всего, они не успеют прилипнуть к тому времени, как начнется. А вот пить на женщине бумагу, если они прилипнут? Они растают. Спасибо большое. Пожалуйста. Я так думаю, что моя бутылка или можно...